красотка, и сегодня тебя ждет на моем канале супер бьюти видео. Я предупреждаю реально заранее, в этом видео очень много баночек, скляночек, всяких уходовых процедур, потому что недавно мы приехали из Таиланда, вы знаете, и я поняла, что после перелета, после самолета, у меня всегда есть такой один бьюти день. Я реально его называю бьюти, потому что этот день я посвящаю полностью себе, и именно за этот день я максимально восстанавливаюсь. Какой бы у меня сложный перелет ни был, как мало бы часов я не спала и как много дел меня бы не ждало впереди, я всегда выделяю себе ровно день. И знаете, что я поняла? Что когда я еще училась в школе, я очень любила такой день недели, как воскресенье. Потому что именно в воскресенье я могла хоть немножечко почувствовать, что я принадлежу вообще себе, и что действительно, если я успею все сделать с утра, например, или в субботу, то в воскресенье я полностью могу провести так, как хочу. Я расслаблялась, наполнялась и была готова к новой неделе в полной мере. Так вот, это видео именно о таком дне. И цель этого дня будет максимальный релакс, восстановление. Мы с вами будем делать масочки, ухаживать за нашей кожей, ухаживать за волосами, готовить полезный детокс-смузи. Очень часто меня спрашиваете, как я питаюсь, и в инстаграме я, бывает, в историях что-нибудь покажу, типа там, вот мой обед, вот мой ужин, мой завтрак. И сразу куча-куча ответов. Саша, напиши рецепт. Саша, расскажи поподробнее о том, как ты питаешься. Так что в этом видео я еще и поготовлю с вами. В общем, я считаю, что у каждой девочки должен быть такой день, может быть, не раз в неделю, конечно, но раз в месяц точно. И, возможно, этим видео я вас вдохновлю на то, чтобы себя немножечко порадовать, сделать какие-нибудь уходовые процедуры для себя, для своей кожи, волос. И хватит разговаривать, наверное. Перейдем к видео. Смотрите до конца. В конце видео конкурс. И начнем мы наш день релакса с крепкого сна, красотки. Потому что это неотъемлемая составляющая бодрости и хорошего самочувствия. Рекомендую спать в повязке, которая минимизирует попадание какого-либо света на сетчатку глаза, а значит, ты лучше выспишься. И первым, что сегодня попадет в твой желудок, будет не завтрак, а стакан чистой воды с лимончиком. Это запустит работу того самого желудка и снабдит тебя небольшой дозой витамина С. Кстати, пьем сегодня много воды на протяжении всего дня. Она лучшим образом избавит организм от шлаков. И направляемся в ванную комнату. Какие нас процедуры там ждут сегодня? Ну, конечно же, без чистки зубов никуда. Так что этот шаг мы не пропускаем. И по бьюти-части у нас пилинг лица. Хорошенько скрабируем личико, избавляем его от мертвых клеточек, чтобы они обновлялись, а тон лица был свежим и ровным. После чего протираем лицо ватным диском, смоченным в тонике. Избавляемся от синячков и кругов под глазами, и с этим нам помогут гидрогелевые патчи. У меня они с алоэ, и пока они работают, мы можем сделать еще кучу всего полезного, например, волосы. Мы сегодня пойдем в ванную, открою секрет, и будем там мыть волосы, но перед этим я рекомендую нанести на зону хвоста масло для волос, и особое внимание удели кончикам. И вообще, это такой лайфхак на все времена, есть хотя бы полчаса перед мытьем головы, нанеси масло. Эффект сложно переоценить, волосы гладкие, шелковистые, и расчесываются намного легче. Так, ну а нам нужно подкрепиться. Берем одну морковь, один банан и одно яблоко. Режем все ингредиенты и смешиваем их в блендере. Будем делать детокс-смузи. Разбавляем водой до нужной консистенции. И, кстати, это я делала для нас с Денисом, поэтому если будешь делать на себя одну, то и ингредиентов понадобится в два раза меньше. Хотя я уверена, что тебе так понравится, что ты не откажешься и от двойной порции. Ну, смузи это хорошо, а что мы будем есть, Саша, спросите вы? А есть мы будем овощной омлет в собственном соку. Здорово, да, звучит? А это еще и очень вкусно и полезно. Я режу свои любимые овощи, помидорчик черри и перчик. Взбиваю яйца с молоком и сначала на небольшом количестве оливкового масла обжариваю только овощи под крышкой, а затем добавляю к ним яичную смесь. Но главное здесь не жарить омлет, а накрыть сковороду крышкой, дать ему приготовиться самому в своем соку, лишь изредка его помешивая. Любите сыр? Можно добавить тертый сыр. Я в любое блюдо, в любое время года добавляю зелень и кунжут. Красиво, а главное, супер полезно. Ну вот, патчи работают, мы подкрепляемся витаминчиками. Супер утро! Пойдемте делать себя еще красивее, снимаем патчи и сделаем скраб для губ. Про губы очень часто, кстати, забывают в ежедневном уходе, но сегодня это день особенный, ни одна часть тела без ухода не останется. Скраб избавит губы от шелушений, а если у тебя нет скраба, просто смешай сахар с медом один к одному, будет тебе скраб. Главное его не съесть, уж очень он сладенький. И затем я наношу крем для губ. Да-да,
не бальзам, а именно крем. Безумно крутая штука на зиму. Лечит маленькие ранки, заживляет, но придется немного посидеть с белыми губами, пока не впитается. И сделаем масочку для всего лица. Я в Таиланде скупила все маски, мне кажется, они там дешевые и очень качественные. Есть маска с медом, с томатом. И даже маска от самого Винни-Пуха. Но я выбрала сегодня вот такую милую поросюшку. Остатки маски можно нанести на шею и руки. И в этот день я позволяю себе делать все, что я хочу, и не думать о делах, заботах, дедлайнах. Могу посмотреть хороший фильм, что в обычной жизни делаю, кстати, крайне редко. Или почитать книгу. Или просто позалипать в ваших комментариях под моим новым видео. Ставим вам сердечки. Время снимать маску и идти в ванну. Да, днем, да, в ванну. Я же говорила, что сегодня никаких правил. Так, что это я опять делаю? Опять еда? Ну, грех в ванну не взять чего-нибудь вкусненького, да еще и полезненького. Теплая ванна. Пена, аромасвечи, морская соль, бомбочки и все, что вам понравится, берем с собой. Создайте себе идеальную релакс-атмосферу. Ну а это моя бьюти-команда на сегодня. Подробнее про всех этих ребят чуть позже. Нет, ну можно подумать, что даже здесь, среди кучи баночек, скляночек и воздушной пены, меня снова интересует только еда. О, вы только посмотрите на это безобидное выражение лица, будто это не так. Ну ладно, распускаем наши подготовленные маслом волосы. И мое мытье волос всегда состоит из следующих этапов. Шампунь на два раза, бальзам-ополаскиватель и маска для волос. И пока действует маска для волос, делаем скраб. У меня их два, более ядерный и эффективный на зону бедер, попы, но я вам покажу его на зоне икры. И более щадящий скраб для рук, плеч и спины. Избавляемся от отмерших клеточек со всего тела. Можно включить расслабляющую музыку, приглушить свет и просто полежать. Но у меня, если честно, ванна начинает бесить уже через минут 20, поэтому я выхожу и наношу крем на все-все тело. Каждая часть хочет ухода и увлажнения. А на живот, бедра, поясницу и грудь я также наношу кокосовое масло от растяжек. Ну, это потому что я беременна. Другим это делать не обязательно. Итак, что мы пропустили, кого обделили уходом? Ах да, бровки. Я свои усердно отращиваю, так что нанесу на них специальное масло. И сегодня уж точно можно обойтись без фена. Дадим волосам высохнуть самостоятельно. И я после ванны хочу нанести гель для зоны под глазами и остатки распределить на все лицо. Ну и пойдемте же кушать, давно ничем не подкреплялись. Я предлагаю приготовить один из моих любимейших, по совместительству один из простейших ужинов, запеченные овощи с сыром в духовке. Я беру свои самые любимые овощи. Это, конечно же, брокколи, цветная капуста, желтый перец, красный перец, помидорчик черри, стручковая фасоль, а также адыгейский сыр. Он очень вкусный, когда запекается, и по количеству белка ему просто нет равных. Ну, есть, конечно, но ладно. Я уже давно показываю другой кадр, так что оливковое масло, соль, перец, кунжут и на 20 минут в духовку при 180 градусах. Получается такая вкуснота, которую я могу есть бесконечно, что не передать словами. А если ко всему этому еще и квашеной капусточки добавить, я могу просто не прекращать есть. И главное, вы только посмотрите, сколько в этой тарелке витаминов. Мне кажется, наш организм за сегодня так хорошо восстановился, подкрепился, что дальше можно ничего и не делать. Я, собственно, ничего и не делала больше. Бьюти-процедур сделано достаточно. Только зубки не забудьте почистить. Ну и лечь спать пораньше, дабы еще больше набраться сил. Ну что, красотки, я надеюсь, вы зарядились бьюти-энергией. Пойдете сейчас что-нибудь себе полезненькое уходовое дело. Приоткрою секрет, возобновляются конкурсы в каждом видео. И
сегодня под тему нашего видео я разыгрываю комплект, наборчик из двух уходовых средств от Yves Rocher. Это экспресс-маска для волос, а также маска на 5 применений, на 5 использований для лица. И, конечно же, записочка лично от меня тебе. И чтобы выиграть такой бьюти-наборчик, тебе нужно всего лишь быть подписанной на мой канал. Если ты еще не подписан, то не выходя из видео, ты прямо сейчас можешь это сделать. Где-то внизу будет красная кнопочка. Второе условие — подписаться на мой инстаграм. Ник также будет здесь и в ссылке в описании. И третье супер простое условие — напиши комментарий, устраивала ли ты себе когда-нибудь подобные бьюти-дни, спа-дни, я не знаю, как назвать еще этот день полный релакса и восстановления. И если да, то напиши, какие процедуры ты делаешь, чтобы восстановиться, после чего ты чувствуешь именно вот прилив бодрости, сил. Может быть, это просто принять ванну, может быть, сделать маску на лицо. Но результаты конкурса, как всегда, у меня в сторис в инстаграм. Я вас очень сильно люблю, красотки, и улыбайтесь чаще.